Буквально полтора часа назад стартовал Петербургский международный экономический форум. В северную столицу отправилась большая делегация из Чувашии. Сегодня глава республики Олег Николаев презентовал участникам мероприятия уникальный атлас, вышитую карту России. Над картой трудилось более 200 мастеров. Напомню, наша республика была инициатором этой масштабной акции, старт которой был объявлен в день чувашской вышивки. Идея была подхвачена всеми регионами от Камчатки до Калининграда. Всего за полгода удалось сделать уникальную не только по масштабу, но и исполнению работу. Сегодня из стен нашей телерадиокомпании амбассадор проекта «Народная артистка России» Надежда Бабкина вышла на прямую связь с Санкт-Петербургом и передала пламенный привет участникам Международного экономического форума. Эта карта, она впечатляет людей, потому что она энергетически соткана, духовно соткана, она образовательная, она воспитательная. И самое главное, что она объединяет все народы и нации, живущие в нашей огромной стране России. Я ее назвала на этой презентации оберегом всей страны, потому что участвовало огромное количество людей, более 200, из них двое мужчин. И самая младшая выживальщица, ей 16 лет. Понимаете? То есть опять даже в этом рассматривается преемственность. И если в основе государства понимание лежит к общим традициям, культуре, а культура это не только петь, плясать, веселиться, но многое чего еще и другое, в том числе и экономика, тогда она развивается по спирали для успеха всей нашей страны.